Всем привет, народ! На связи Митрошник Иванович, и в этом видео я вам покажу две последние станции моего проекта «Минское метро» 1984 года. Также в этом видео я объявлю небольшую информацию, но я не буду долго вас задерживать. Поехали! И всем спасибо, что вы досмотрели видео до конца. И вот небольшая информация. На данной карте не будет электродепо ТЧ-1 Московское, так как его попросту долго строится. Я все же хочу карту выложить ближе к концу зимы. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.